Шымкент стал вторым после Алматы городом страны, в котором состоялась презентация продукции крупнейшего производителя электроники. Дальше представители компании отправятся в Караганду, Актобе, Костанай и Астану. Ну а на встрече в Шымкенте многочисленным гостям предоставили передовые достижения инженеров, технологов и дизайнеров ведущего мирового поставщика потребительской электроники. Промотур предназначен для 6 городов. Мы начали с Алматы, продолжили с Шымкентом, Караганда, Костанай, Актобе и Астана. Стараемся покрыть все регионы. На этом промотуре, это своего рода фестиваль или выставка, мы представляем все наши новые технологии, от самых новых изогнутых телевизоров до запуска последнего запущенного флагмана телефонов Galaxy S5. Все это делается для того, чтобы понять наших потребителей ближе и объяснить, что все высокие технологии, которые кажутся на первый взгляд очень сложными, на самом деле очень легки в использовании, и мы хотим это доказать именно здесь, на нашем промо-туре. Консультанты компании рассказали посетителям технофестиваля об изогнутых телевизорах UHD-TV и Smart TV 2014 года, а также о других интересных технологических новшествах компании Samsung. Жители города смогли оценить дизайн и удобство стиральных машин, мощность двухкамерных пылесосов Twin Chamber и холодильников с системой двойного охлаждения Twin Cooling. Мне что нравится, что Samsung он во всех сегментах очень распространен. Он не останавливается на каком-то узкоспециализированном продукте. Он внедряется буквально везде, от и до. Ну и что касается вообще очень грамотной эргономики. Шымкентцы не только стали технологически подкованнее, но и приняли участие в ярких шоу, лотереях и конкурсах с ценными подарками от компании Samsung. Очень приветливые обслуживающий персонал, люди, которые объясняют, рассказывают о продукции. Очень интересная организация в плане конкурсов, музыкального сопровождения. Стараются знакомить с продукцией не только благодаря каким-то разговорам и беседам, но и в конкурсной форме, что опять-таки тоже повышает интерес людей к этому. Шымкентскую публику развлекали известный казахстанский шоумен Адам Гиль, популярный музыкальный коллектив «Домино», а самые юные гости мероприятия получили массу ярких эмоций от общения с веселыми клоунами-аниматорами.